Актриса Дарья Михайлова снялась во многих фильмах. Свой путь как актрисы она начала еще в 10-летнем возрасте. Вы могли ее видеть в фильмах и сериалах «Голубая лента», «Дым Отечества», «Старшая сестра», «Две судьбы» и других. В карьере Дарьи Михайловой везло, а в личной жизни все было непросто. Первым мужем Дарьи стал актер Максим Суханов. Пара поженилась в 1985 году, через 3 года родилась дочь Василиса. Через 6 лет после свадьбы Дарья и Максим развелись. Причина была проста. В 1991 году у Максима Суханова случился служебный роман с актрисой Ладой Марис. Ради нее Максим и оставил жену Дарью. Какое-то время Михайлова была одна, она снималась в фильмах и попробовала себя в качестве режиссера в театре. В 1998 году в один из своих спектаклей она пригласила актера Владислава Галкина. Во время работы между Дарьей и Владиславом начался роман. Все развивалось так быстро, что уже осенью того же года они расписались в ЗАГСе. Казалось, вот оно счастье, сначала все было хорошо. Галкин принял дочь Дарьи как родную, хорошо к ней относился. Пара прожила вместе 11 лет, но в последние годы брака начались проблемы. Дарья и Владислав стали часто ссориться. Основной причиной ссоры были проблемы с зависимостью от крепких напитков у Владислава. Михайлова и Галкин решились развестись. Бракоразводный процесс был назначен на март 2010 года, а за месяц до этого актера не стало. Началась шумиха, ведь по закону Дарья Михайлова получила наследство супруга. Это не понравилось его родственникам. Кроме того, ей ставили в вину образ жизни Галкина, говорили, что это она его довела до этого. Хотя, если честно, тут нет ее вины, все же взрослые люди. В настоящее время Дарья Михайлова ведет закрытый образ жизни. Она отгородилась от внешнего мира, уволилась с Щукинского училища, где ранее преподавала актерское мастерство. В фильмах редко, но появляется, личную жизнь поставила на паузу, часто видится со взрослой дочерью.